нас получается совершено преступление. Вот видите, красный цвет, зеленый цвет. Вот большой красный цвет, это что означает? 5 и более преступлений совершено. Да, вот какой район? 12 микрорайон. Дом номер один. Вот в сентябре лидеры вырвались. Здание, расположенное по улице Лободы, 15-е, это ночной клуб «Рай». Если можно показать это вот, карту. Вот. Вот это вот, здесь совершены какие преступления, там, насколько я правильно, так получается, хулиганство, грабеж и кража. Такое же количество преступлений совершено по адресам улица Букинская и по проспекту на Кинобирова 19, да, ночной клуб Кемер, Кемер получается. Вообще, из того, что я вам сказал, вообще видно, что и то, что вы увидели, у нас больше совершается, получается, кражи, грабежи и хулиганство.